Тишина такая. Ну, а мы заканчиваем проект наш. Ну, точнее, на сегодняшний день задача стояла вот здесь вот. Угол гаража зацементирован. Вот такой вот, такая ниша. Собираюсь 4 рядочка вот этих вот шлакобетона поставить. Только вот вопрос, нужно ли ставить арматуру, если у нас будет утеплитель вот такой толстый по краям. Уже как бы, в принципе, мороз, конечно, везде пройдет. Но если сделать хорошо, в принципе, не обязательно это выдавит. Так что стоит ли вообще сюда класть вот эту арматуру, которую я хотел вот сюда поставить. У меня куплена десятка 10 миллиметров. То я думаю, что это будет нормально. Она как раз будет лежать. И у меня же еще будет слой раствора, поэтому, наверное. Просто я вообще не знаю, зачем вот это сделано. Может быть, не только для арматуры, а для того, чтобы здесь был раствор. И чтобы у нас смыкались эти... Чтобы мы не клали, не покрывали это все полностью раствором, а только вот эту часть. И выстукиванием это все отсюда... Вообще здесь применяется специальный клей. Называется... Не знаю, выбор какой-нибудь там. Ну, в общем, для этого дела. У меня обычный цемент и... песок. Кстати, не просеянный. Я сейчас пожалел об этом, потому что камушки появлялись. Но поскольку нам нужно было выкладывать толстый слой здесь, где-то подъем сильный, где-то там меньше, где-то больше. Поэтому эти камушки, ладно, здесь не особо нужны. Просеять надо будет в следующий раз, потому что здесь уже, вон, посмотрите, даже без раствора, вот это, с этого края кирпич уже почти вровень с этим, который на растворе. А с этой стороны... поднять, ну это ладно, это уже издержки. Вот так я закрыл немножко. Вот это надо все пылесосом специальным все это снять, убрать. Вот раствор уже начинает потихоньку твердить. Но это только сделано было сейчас, поэтому ладно, все, хватит лишнего видео. Принесем сейчас кусочек арматуры и попробуем, посмотрим, как он с кирпичком пойдет. А так на сегодняшний день пока хватит. Но еще есть пока свет, пока есть время, полседьмого сейчас. Можно здесь, наверное, поработать. А вообще удобно, что вот мы уже... Хочу показать в этом же видеоролике, как у нас сделано здесь. Хотя нет, давайте пока хватит.